Что это за фрукт? Так, манго, палмер. Интересно, никогда не ела. Как интересно он пахнет. Надо пахнет, открыть. Пахнет манго. Надо открыть. Так. Какой налив. Большой. Какой большой, красивый, в коробочке. Ух ты. Больше, чем яблоко. Спелый какой. Меньше. Ну, наверное, 600 грамм точно весит. Да. А ты знаешь, как их едят? Не знаю. И как режут манго? Не знаю. И какая у них косточка? Не знаю. Ты ела когда-нибудь? Не, никогда не ела. А запах есть от него? Понюхай, запах есть? Кожа с ничем не пахнет. Ну, сейчас я помою его, и мы его будем пробовать. Красивый фрукт. Ты не режь пока. Ты же не знаешь, как его режут. Я не знаю, как его резать. Ну, я тебе сейчас так, его позову. Нарежу. Я нарежу, и будем пробовать. Его надо тоже резать правильно. Не разрезали. Ничего себе. Красивый. Напоминает дыню. А каков... Вкус, не знаю, хотя сейчас пила. Сейчас я дальше разрежу. Хотя пила сок манговый. Сейчас я дальше. Вот так вот надо порезать. И вот так. И вывернуть. Но это все уже а знают. А почему вывернуть? Так, чтобы его есть легко было. Вот, мы разрезали. Смачные кусочки. И аппетитные. Ты пробовала вообще? Ни разу. Хотя сок пила. Ну, сок. А сам плод-то видела? А сам плод никогда не видела и не пила. Так, теперь я попробую. Отделяется легко. Потому что спелый. Вкусно. Очень вкусно. Сочный. Так и тает во рту. Сок очень много. Ну ладно, попробовала.